Всем привет, мои дорогие друзья! Мы, собственно, продолжаем проходить смурфиков. У нас тут локация Арктика Тундра. В общем, эта серия, в принципе, скорее всего, будет финальной. Посмотрим, давайте начнем. Так, у нас тут вот... Я выбрал нашего последнего смурфика, который мы здесь открыли. Select a smurf. Вот он, да. JK. Давайте, кстати, у нас тут что-то... монеточек мало всего. Постоянно по 3 монеточки всего. На уровнях. О, красивая локация. Let's smurf. В прошлой серии, как вы видели у меня, вернее, как вы могли понять, у меня запись летела вместе с игрой, и вообще все, что можно, слетело. Так, это что? Это устройство. Бомбочка, короче, в виде подарка. Так, судя по всему, именно этой вот бомбочкой надо вот эти штуки разрушать надо было. О, смотрите, тут даже так. Ничего себе. Классно. Так. Тут. Я, кстати, о, вот этих я помню, да. Эти меня бесят тут. Ну чё, давай это... руку взорви. Блин. Ладно, попробуем немножко по-другому тогда. А какого черта вообще? Нет, это так не работает, похоже. Ладно. Подобрал, охренеть. Так, вот эту я знаю, как валить. Так, просто самый безопасный всего. О, что это, бессмертие? Блин, зараза, а? Блин, давай! Фух. Пошёл отсюда. Так... Что это за... А, понял, кажется. Нет, мне монеточку нужно, а уж извините. Woo-hoo!
Давай быстрее. О, успел. На этот раз удумал, Гаргамель. It is time to end this. I believe most of you have already met Lewanda. You know, in my mind, this always works out differently. I will get you, Smurfs. Так, великолепно. Уровень прошли. Как раз еще одно, еще одна монетка для, для следующего смурфика нам осталось. Левел 2. Select a smurf. No any good jokes? Так, этих я помню. Да вот что ты делаешь, а? Блин, надо было гриб взять и там собрать. Ты чё делаешь-то, а? Да ё-моё! Это чё сейчас было вообще? Игра! You're gonna make me laugh. Чё сейчас было вообще, пипец? Woohoo!
игра просто немножко взять. Ты что делаешь-то, Бери симулятор. Ты чего? Так, кнопку стимулятора открывает и все. Ты чего делаешь-то? Хватит, алло. Да ты что творишь? Что он сейчас сделал? Так, надо как-то мне выжить. Короче, он сворачивался и вообще там вот хана её отварил. Ну, то ли это эмулятор делал, то ли еще что-то, я не знаю. А, понятно. Вот что можно будет. Давай. Тут у меня секрет. Ну, запись идет вроде как. Зачем назад откидываешь? Алло. Что сделал-то? Такой момент был, а? Ты чё творишь? Ну... Ты что делаешь-то? Все, давай, уходи отсюда. Нафиг. Нафиг эту монетку. Блин, да что такое? Все, давай. Так. Не прыгаешь-то, блин, а? А, ну здесь я уже ничего делаю. Я ж прыгнул, а. Ну, хватит уже. Так, куда мне? А, куда? Это вниз. Подожди, блин, я... могу понять, как вообще это работает. У меня вот вниз, там вверх. Черт. Нет! Все, вылезает туда. Ой, я еще увернулся, капец. Да.
как мне теперь это прыгнуть? Вот таким вот хитрым образом. Мы прошли уровень. Жалко, что, конечно, там монетки не собрал. У меня там было не до монеток, честно говоря. Еще что-то игра там... Не игра, а эмулятор там что-то не отвечал. Там завис. По-жесткому. Так, сейчас я, ребят, посмотрю, запись идет, ну, вроде как должна идти. Да, идет. Select a Smurf. This should be fun. Когда на экране много объектов, она может лагануть, пожалуйста. Ты что такое сейчас было? От чего это? О, вот это было эпично. Главное дойти с этой монеткой целым и невредимым, блин, чтобы смог открыть. А, тут вот еще есть, кстати, давайте-ка. Еще по тайной пути. Секрет. Ой, Черт! Какого черта вообще? Так, это... Что-то мне это не нравится, честно говоря. Will be more than you can bear. Ты медведь. Get it? Bear? Ooh.
going to... No! Come here, you big waste of magic! Так, это... Ладно, что уж собрал, в принципе, мне это... Я не собираюсь всё собирать. Ой, блин, я успел. А, больно. Самый эффективный способ это просто тут так бомбами так швыряться и все. Это вам подарочек. А вот, кстати, конец уровня. Сейчас мы смурфика откроем. Smurf. Вот он пока еще не открыт, потому что нам надо этот акт пройти. Ладно, поехали. Так, это что такое?
Нифига, какие большие кузнечики, блин. Блин, зараза, блин. Тихо. Так, вот это уже поинтереснее будет. Так это незамысловатый шпуньк. Про своих. Так, этот трюк мы знаем. По-любому монетка есть, да, мне кажется. Хотя нет, вряд ли. Так, может быть, актив какой-нибудь? Да. Вот здесь вот монетка может быть, но я не знаю, как здесь это все тут сломать. Как это ломает это? И никто это не сказал, между прочим. Ой, ё-моё.
Черт, а? Тихо. Так, он упал, кажется, да? Последний перед боссом. Кто здесь будет босс? Наверное, тут медведь, наверное, это. Не помню, как его зовут. Select a Smurf. Seven, eight, nine. Я знаю, как с тобой бороться. Ой, вот это мне не надо, пожалуйста. Вообще легко было. Да вот это круто. О, монетка. Нет, я все-таки дособираю. Вот вторая какая монетка. А третья там была. See, we have my darling Smurfette. Looks like my long-lost daughter will be paying her world-famous father a visit. И кто же на этот раз опять вы, что ли, двое, как в прошлой серии? Я же вас вроде там успокоил. Что, еще хотите? Я вам пропишу сейчас, если хотите.
Блин, еще три монетки до этого, до последнего смурфика. Давайте. Класс. Select a smurf. Don't forget to laugh! Their desperate journey through the snow and ice led the Smurfs to the top of the mountain. Just when all seemed lost, the magic in the crystals suddenly returned, and the Smurfs prepared to smurf a portal to find Smurfette. But before they could leave, Brainy Smurf shakily observed that they were not completely alone. As the Smurfs turned to see what was frightening him, they were relieved to be greeted only by a cute polar bear cub. Oh, but Papa Smurf remained wary of Gargamel, and his fears were realized when he saw another spell headed directly for their new polar bear friend. Unknown to the Smurfs, this spell was also part of Gargamel's evil plan to prevent them from rescuing Smurfette. И как с тобой бороться, Мишка? Побрал, блин, зараза. Он просто там это, когда... Ладно, сейчас. Сейчас мы все сделаем. Просто тут это... Надо было подальше от него отойти. Давай, хватит рычать уже. Я же отошел, ё-моё.
Блин, зараза. Looks like you found Smurfs. It's good to have them home. A new portal has appeared. Где? А, вот. А, туда же так. Перемещаться типа можно. Ха. Давайте посмотрим, что это. Jungle. Now in Paris, Gargamel schemed to permanently rid himself of the pesky Smurfs. Despite many defeats in the past, he remained confident that this time he would prevent them from taking Smurfette. But just in case, Gargamel also carefully considered a backup plan. If ice won't cool them down, Gargamel mused aloud, but before he could finish, he was interrupted by an eager-to-please Hackus, who blurted out, "Then fire warm them up?" At first, Gargamel frowned at the slow-witted Hackus, but then recognized the unintended truth in what he said. If ice won't stop those infuriating Smurfs, then fire will. Gargamel uttered, "Our little Smurfs are so cold, they turn blue. It's time to turn up the heat." With a flick of his wand, Gargamel created a powerful energy that rushed out of his fireplace and into the streets of Paris, which lit up blue like a Smurfy Christmas tree. Meanwhile, back on Ice Mountain, the Smurfs managed to stop the poor polar bear cub who had been cursed by Gargamel. Papa Smurf struggled anew to Smurf another portal, but the Smurf portation crystals still weren't working properly. A portal eventually opened, but something seemed very wrong. It was swirling red and blazing hot. Papa tried to warn the Smurfs, but they were so eager to leave the bitter cold of Ice Mountain that they jumped in anyway. Left with no alternative, Papa joined his Smurfs, and together they smurfed into what Papa realized was almost certainly another of Gargamel's traps. Длинный ролик, но судя по всему это да, раз, два, три, четыре, пять, это финальный акт, давайте мы его все-таки уже пройдем. И наверное мы все этот еще откроем, этого смурфика последнего, вернее это девочка смурфик. Так, где там наш тот открытый, который мы открыли, вот он. А вот тут Смурфи, господи, как ее зовут, я не... Ладно. Давайте посмотрим, с гантели что-то он там... Вернее, даже не с гантели, а ну, там, что-то вроде гантели. Посмотрим, что ты можешь. Let's smurf. Может быть ты уже наконец научишься, вернее, может ты уже можешь разрушать вот эти вот. Ah!
Гантели проехал. Блин, всего-то три монетки мне нужно, а? Ребят. Вот я одну вижу, то как ее. А, кажется, я знаю, как ее взять. Подожди, подожди, подожди. Да. Ой! Нет, уж не попадешь. Ой, еще монетка, отлично. Может, трипл килл получится? Да блин. Just got stronger. Это я тоже не может. Странно. Вот что с этой штукой делать? Я не знаю. Может, последний суд? Посмотрим. Я хотя бы одну монетку все равно должен собрать. У меня последняя монетка осталась. Тихо-тихо-тихо, тут слишком маленькая платформа. Фу, успел. Gotta do the cardio, bro. When in doubt, smurf out. I can do this all day. No, нафиг. Ah.
сколько этих очков-то здесь, капец. Так, опять ты. Окей, окей. This time I will end your tiresome struggle. Maddening! You are like little blue roaches. Next time we meet, you will be sorry. Ha! Ну все, ребят, последняя монеточка из этот это смурфик у нас откроется последний. Девочка наша. Оли, смурфоли! А, подождите даже. Да. А, все, да, последняя. Монеточка. Так. Второй уровень. Надеюсь, за три там, за четыре уровня я смогу монетки. Хотя бы одну монетку взять. Select a Smurf. I feel better when I flex. Let's smurf. А, понятно, что это за штука. Ну, этих легко относительно убивать, если вы знаете, как это делать. Просто тут надо просто кидаться в жизни своем. Потому что они слишком большие, на них просто так не запрыгнуть, уже можно урон получить. Кидаться проще всего, где? Проще всего, да. Так. Блин. Там монетка, чёрт побери. Как это? Вот как это? Там монетка. Так, стоп. О, фух. Я не знаю, как там это собрать. Там надо как-то это... Гору бы, чтобы это собрать. Вот это было классно. Smurf police. Gotta do the audio, bro.
как тут? Мне кто-нибудь скажет? Все уровни есть, так что... Можем еще собрать. Отлично. When in doubt, smurf out. Последнее осталось. Ну дайте уже наконец чуть-чуть попроще монеточку. Дайте, дайте, пожалуйста. Select a Smurf. Gargamel is gonna... Интереснее будет. I can do this all day. Так смог я сделать, ни хрена себе. Feel the burn. Так, где монеточки? Монеточки, монеточки. Ой, ё, фу. Smurf hard! A smurf home! Монеточку одну, а пожалуйста. Офигеть. Made it this far, I will give you that. Now, allow me to express my heartfelt appreciation. Oh, ой, ё, что же...
хватит уже. No, Phoenix, come back to me. We'll get ready for the Smurfs. Ты чё, блин, издеваешься, что ничего не запрыгнул? Ну хватит, давай наверх. Ровно наверх. О боже мой. Там монетка, как ее? Блин, как ее? А почему он? А, вот для чего это? Блин, вот как нажать? Надо как-то вырулить, чтобы он. Да ёпперный театр. Короче, тут надо это, летающего смотреть. Не получается тут, я не знаю, как это управлять. Вон еще одна, ну вот как их собрать? Блин, мне всего одну монетку, ё-моё. Куда, блин?
ты так прыгать я не хочу, ну его нафиг. Последний уровень, где есть три монетки, а не две. Вот на пятом уровне будет две монетки. Не всего одну. Пожалуйста, ребят, ну дайте, пожалуйста. Let's smurf! Черт. Блин, а. Ой, блин, я думал, там проход есть. А вот, блин, зараза, почти получилось. Подожди, там монетка же была. И я же её... Мне померещилось уже, блин. А, вот монетка. А, понял, как её взять. Ну ты что делаешь-то, а? Блин. Ты будешь это меня слушать или нет? For my abs. La 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 la
this all day. Ну и плыви. Так, еще одна. Вот только тут, блин, давай. What the Smurf believes. Они не совсем правильно, конечно, сделаны, но ладно. Ой, даже что-то в грибу попало. Есть, отлично. Мне по-любому сейчас очишку дадут, если я... А, тут еще что ли? Ну уж извините, еще. Больше я тут не смогу открыть, наверное. А, там, да, там же еще один. Может, потом открою, но не сейчас. А что там еще открывать? Вот смурфики, все. Или там что-то еще перед финальным уровнем надо собирать. Ну, посмотрим сейчас. Просто прикол в том, что чтобы открыть вот эту вот, ну, вот эту девочку смурфик, надо акцию пройти. Let's smurf. Тут уже две монетки. Нет, три, не четыре. Блин. Интересно, куда ты меня ведешь? Куда-то вообще назад. Серьезно, что ли? Эй! Да уйди ты! Блин, нахрена я сюда пришел? Черт. А, вот тут хорошо получилось, смотрите, видите? А, вот как это задумано, блин, ё-моё. Вы хотите, чтобы я с помощью вот этой штуки туда запрыгнул? Да. Но это будет сложновато, конечно. Надо было смурфика долго брать тогда. Да вы меня задолбали.
Давай, как-нибудь. Иди туда, блин. Давай направо. Не люблю вот этот. Эти монеты, мама, моменты в играх. Блин. Ты что, издеваешься, что ли? Ты же с Смурфика из одного уровня менять придется. Походу, да. Не, ну тут прикалываемся, что ли, да. Так, как там? Надо вверх, вправо и вверх. А, видимо, смотрите. Да, 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 я понял. Надо, получается, не сразу нажимать А. Чтобы понятно, как это все делается. Вот. Все, я понял. Daughter Smurfette would return to me, and there's nothing you little blue monsters can do about it. Marcus, Vexy, tie her up. Судя по всему, сейчас придется нам, в общем-то, сойтись в бою с Фениксом. Select a Smurf. Exiting the portal, the Smurfs carefully walked across a bridge suspended over a giant pool of boiling lava. As a flock of silly-looking birds flew overhead, Papa Smurf knew that they would not have to wait long for another Gargamel spell. Back in Paris, Smurfette told Gargamel she believed that her family would still save her. Gargamel replied, "How are the Smurfs going to save you when they won't be able to save themselves?" Gargamel then cast a spell into the lava. "Forget about the Colonel. Let's see how they like a wizard's fried chicken." Сейчас я такой тебе чикен покажу, что мало не покажется. Как с тобой? Здравствуйте, Феникс. Let's Smurf. Ooh.
a good warm-up. Looks like you found Smurfs. It's good to have them home. A new portal has appeared. Еще один портал? Серьезно, что ли? Ну, вот тут, наверное, точно последний. Paris. With the Phoenix beaten, the Smurfs were able to set their sights anew on Gargamel. Papa Smurf used the magic in the now restored crystals. Здесь мы должны уже собрать все монеточки. He reassured the nervous Smurfs that this time it would lead them to Smurfette. The Smurfs followed Papa Smurf into the portal and to what was sure to be their final confrontation with Gargamel. When they emerged, the Smurf saw a tall, pointed tower. As usual, Grouchy Smurf complained that it didn't seem they were in the right place. As if on cue, a flyer fluttered by, announcing Gargamel le Grand, proving that they were indeed on the right track. Ага, вот, раз, два, три, четыре, пять уровней, по две монетки, и босс. Ну, вот это точно уже финал, давайте тогда сейчас пройдем. Эта серия будет у нас финальной. Select a Smurf. И почему у нас это не открыто? Я же ее открыл. Вот она. Подождите. А! Это Гаргамель, надо бы, чтобы ее открыть. Понятно. Что ли? Понятно. Ладно. Smurf. I just got stronger. Ha! Сейчас все, кого мы встречали, будут нас тут. Нас тут врагами. Блин, мне бы сейчас, конечно, вот эту штуку расположить. Дай-ка сюда. А как я ее использую, когда... Блин, тут нужен другой смурфик. А, ну... Вообще замечательно. Тихо. Меня так не приведёт. Не дождешься. Так.
что тут? Подождись, стоять. Там что-то было. А, ну там бессмертие было. А, надо... Путы! Нет, не влево, вправо. Да блин. Так, вверх. Вверх. Вверх, я говорю. Да ёперный эти театр. Дайте эти возьму хотя бы. Нет, на туда, блин, ё-моё. О, монетка. Надо же. Иначе бы я ее не взял, если бы не это. Погиб. Now I have you smashed right where I want you. If I wanted to, I could have. Ё-моё, ну какого чёрта? Я же нажал. Блин, вот это был фейл сейчас. Откровенно, что я сейчас был. This is great for my abs. I just got stronger. This is great for my abs. Подожди. Да, прыгай.
Нет! Блин, там сверху монеточка была, ну ладно. Блин, ну ты что делаешь-то? Что ты сделал сейчас? Это что сейчас было? Так, главное сейчас не сфейлить. Now I have you smurfs right where I want you. Да ёперный театр, да сколько можно? А, подождите-ка. Может быть, самый конец просто-напросто идти? Блин. Let's smurf. О. Что ты делаешь, а? Сейчас, что это было вообще? О, смотрите, я забрал все-таки туда. На, нафиг. This is great for my abs. На нафиг. Просто было классно. О! Направо, 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 блин! А, вот. Вот так ты. Ты чё не прыгаешь, алё? Попробуй мне только ускориться. Я тебя... Не знаю, что с тобой сделаю. Now I have you smurfs right where I want you. Ха-ха-ха-ха-ха!
If I wanted to, I could have destroyed you. Lewanda and I just wanted to take our time to finish you later. Тихо. Фу, наконец-то. Select a Smurf. Muscle matters. Let's Smurf. А, это... Понятно, что это за уровень. Такое-то, а. Перестаньте вы. О, зашибись. Там, блин, монеточка была. Ай, вот. Что это за дурдом, а? Как я должен? Пошел отсюда. Ты чё? Ой, я успел, это сделал я. Ах ты ж...
По крайней мере, одну монетку собрал. Взял, точнее. Select a Smurf. Yeah, gonna try. Так, ребят, подождите одну минуточку. Осталось у нас две монетки, может быть, я даже соберу их, но ничего не обещаю, честно говоря. Да ё-моё, ты чё на ровном месте-то? Ё-моё, что это было? А, вот она, по-моему, где, да? Давай наверх. Ты что делаешь, а? А, подождите-ка. Понятно. А, нет. Блин, зараза. О, вот она. Ладно, отлично. Ты, блин, летишь, что ли? Now I have you, Smurfs, exactly where I want you. Escape is impossible this time. А вот ты где. И чё? Это всё на что-то способен, что ли? You Smurfs are lucky that I permitted you to get away. Come on, Levanda. Let's make sure this never happens again. Ha! Ha!
Черт, я не успею так. Успел, фу. Ой, блин, зараза. Байлинский, а? Так, там... Пошел в задницу. Байлинский. Вы что, сбрендили, что ли? Ой. Так, ребят, знаете что? Осталась у меня последняя монетка. И последний уровень перед боссом. Вернее, а, нет, даже не последний, чего я не несу. Может быть, даже я это все соберу, но... не могу вымещать, к сожалению. Select a Smurf. After this, 1000... Smurf. Блин, одна монеточка, опять же, вот опять. То же самое повторяется. Нет, ты меня так не приведешь. Ой, твою налево. Чертова типа. Блин, зараза! Ой, фу, успел. Пошел нафиг. Gotta do the cardio, bro. Так, это не падает. Это what the Smurf believes. Ах ты шо... Шо вот... Подождите, подождите... А, вот значит как, да? Подождите, подождите, вы что-то я не понимаю... А, вот! Вот оно, да? Чёртова ты, блин! Да ты чё, охренел, что ли, пацанец? Feel the burn. О, да что такое? Thank you.
Так. Ну ты чё уж? Так даже. Ну ладно. Все, мне монетки тут уже нужны. Зато мне надо выжить! Нет, чтобы не рисковать. Нет, я не собираюсь тут в Рэмбо играть. Ну и ё-моё. А эти-то здесь откуда? Блин! Так. Охренеть, можно. Охренеть. Знаете куда? Фух. Ну что, последний уровень перед боссом, и все монеточки я собрал, отлично. Еще, да сколько можно? Нет, уж извините, я тут точно руки соберу. Для кого я это все собираю? Это же. Select a Smurf. У меня вот смурфики доступны, вот только вот этот не открыт почему-то. Gargamel is gonna. Я так понимаю, она мне откроется после того, как я, как Гаргамеля. Выиграю, победю. Let's smurf. Победю, нет такого слова, конечно. Ну и вот как это вообще понять? Ooh!
Evil. Что это за дурдом, а? Вот, как? Хватит уже. Так, все, соберись. Ты что, блин, делаешь, а? Скажи, пожалуйста, что ты делаешь? Понятно. She gives me the secret formula. Absolute power and world adulation will be mine! Все, ребят, финальный босс сейчас будет. Select a Smurf. After this, one That way. The Smurfs crept quietly into Gargamel's theater, where he was performing his magic show. But Gargamel still somehow managed to spot them, and retreated behind the stage curtains to escape. The Smurfs gave chase. Only to discover that Gargamel had trapped their sister Smurfette in his evil Smurfstractor, a machine designed to steal the essence of a Smurf. Да, мы должны ее освободить. Grin, Gargamel proclaimed, "This is the end, my little blue Smurfs. Once I extract all of your essence with my Smurfstractor,
I shall rule the entire world! Так, а что ты из себя представляешь, интересно? Привет! Леванда and I will stop you, silly Smurfs! Get ready to feel the wrath of the magnificent Gargamel! Let's Smurf! Так, что с тобой делать? А, вот. Аля, Казуки! Блин. Уж ты. Это все? У нас было гораздо сложнее будет, чем ты. The Smurfs rallied to save Smurfette. As the battle raged on, Gargamel stumbled into the Smurfs' tractor, damaging it. While he frantically tried to make repairs, the Smurfs freed Smurfette. But Gargamel still had his naughties. He called upon them to stop the Smurfs. But Vexi and Hackus hesitated. They had come to care about Smurfette. The naughties remembered how she had pleaded with Gargamel to feed them when he cruelly refused. Showing them the power of love. Vexi and Hackus now joined forces with the Smurfs and tripped Gargamel into the Smurfs tractor. It exploded and sent him high into the air, showering a rain of sparks just like a fireworks show. While it had been a long and difficult quest to rescue Smurfette from Gargamel and Azrael, the Smurfs joyfully reunited and reminded themselves that family is always there for one another, no matter what the odds. Smurfette tearfully thanked Papa and all the Smurfs for saving her. With the group together, Papa Smurf opened a final portal to return them all to Smurf Village. But before they left, Papa Smurf noticed that Vexi and Hackus were also crying as Hackus sobbed, "Hackus leaking." Papa knew the Naughties were really Smurfs at heart, just like Smurfette, even though they had been created by Gargamel. And now, they had turned as blue as any Smurf. Smurfette told the Smurfs how it happened. Gargamel had used a potion on the Naughties, the same secret formula that had changed Smurfette herself so many years ago. His plan was to transform his Naughties into Smurfs, and then extract their essence too. But this plan, like all his others, had been foiled by the Smurfs. With Vexi and Hackus along for the ride, the Smurfs leapt together into the portal to return home. Back in Smurf Village, Smurfette's birthday party was now finally underway. Every Smurf, including Vexi and Hackus, gathered around her Smurfberry cake to celebrate. As the Smurfs sang and danced, their troubles with Gargamel became a distant memory. Life for the Smurfs had returned to normal. That is,
At least until their next adventure. Да, next adventure, естественно, будет, потому что это не единственная игра по смурфикам, естественно. Ну, у нас... Я не знаю, я там посмотрю. Я знаю, что есть еще одна игра по смурфикам, но... Одна там такая большая игра там новая вышла от создателей... Asterix и Obelix, и еще каких-то там игр. Надо будет посмотреть, что это за игра. Может быть, в нее тоже поиграю. Но она выходила уже на всем, она современная. А вот эта игра, она выходила только на консолях. Но пока ее не было. Так, давай сейчас промотаем титры, может там что-нибудь еще будет. Ну, вряд ли, конечно. А, thank you for playing. Ага. Looks like you found Smurfs. It's good to have them home. You have unlocked Smurf Change Mode. You can change into any Smurf you want at any time. Но я, естественно, уже на 100% эту игру проходить не буду. Не буду. Смысла нету. Ладно, в общем, ребят. Увидимся с вами в новых прохождениях, дорогие мои ребята. Это была такая вот веселенькая игра. Смурфики, про смурфиков. Увидимся с вами совсем скоро. Я должен сказать, что эта игра мне, ну, в принципе, понравилась, да. Есть в ней что-то такое самобытное. Такой просто расслабляющий платформер. Не трудный, ничего. Ну, в смысле, как? Ну, просто я хотел, говорю, как отдохнуть от всяких там таких игр серьезно. Хотел поиграть во что-нибудь спокойное. В общем, давайте на этой прекрасной ноте попрощаться. Всем спасибо большое за просмотр, всем удачи, всем добра и всем пока-пока-пока. До скорой встречи, ребяточки. Всем пока.